28 ноября в Министерстве России по делам Северного Кавказа прошла встреча главы ведомства Сергея Чеботарева и министра энергетики ИРИ, председателя иранской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Резы Джалила Ардаканиана. Стороны обсудили стратегические направления взаимодействия на региональном уровне, в том числе в Каспийском бассейне. Это развитие транспортно-логистической инфраструктуры водоема и прилегающих территорий, упрощение режима взаимной торговли, увеличение товарооборота сельскохозяйственной и промышленной продукции, рост инвестиционной активности. По мнению участников переговоров, комплексный подход позволит значительно увеличить объемы взаимного товарооборота, который в настоящее время составляет около 1,7 миллиарда долларов. Сергей Чеботарев обозначил перспективы сотрудничества в энергетическом секторе. Северный Кавказ богат гидроэнергетическими ресурсами, которые могут использоваться для развития сферы энергетики. Но гидропотенциал, который у нас есть на Северном Кавказе, он освоен еще недостаточно. Приглашаем иранских партнеров к сотрудничеству. Министр Исламской Республики Иран подтвердил перспективность двустороннего взаимодействия, акцентировав внимание на туристической составляющей. Участники встречи пришли к согласию, что укрепление отношений в научно-образовательной и культурной сферах является важным фактором развития стратегического партнерства двух стран. Российская сторона, наше министерство будет поддерживать инициативы иранской стороны, которые касаются поддержки иранистики, и в том числе и на Северном Кавказе. Мы будем поддерживать конференцию, которая будет посвящена иранистике, которая будет проведена в одном из регионов Северного Кавказа. Потому что мы понимаем, что если мы хотим эффективно развивать двусторонние отношения, то российской стороне нужны глубокие эксперты, знатоки Ирана, которые бы глубоко понимали, чувствовали и знали иранскую культуру, иранскую историю, а также хорошо понимали Иран на современном этапе. Это залог будущих эффективных двусторонних отношений.